Надо страдать всякой фигней. Ты, кстати, был у меня на этаже БДСМ? Это какой? Который весь черно-красный? Нет. Выше. Не помню, видимо, не был. Или был, но не запомнил. Ай-яй. Ну-ка иди сюда. Я тебя цепью к стенке прикую. Не хочу, мне страшно. А ты не бойся. Я боюсь. А ты не бойся. Ты меня путаешь. Так, броня, броня. А где она может быть, эта броня? Броняня. А, да, это всем трям. Доброго времени суток. Канал Эдди Дмитрий Ленивый. Я, если вас сюда занесло, вы молодец, поставьте лайк. И это. Мы играем. Снова. Ну, типа того. Вот. Александр Сергеевич заявляет, что у меня должна быть не броня. Должна быть, должна. Вот. Но у меня ее нет. Нигде. По крайней мере, в крепости. Если она только где-то в доме лежит. Разве что. Я Палычу написал. Может, Палыч да. знает. Да загнал, наверное, по-тихому кому-нибудь. Палыч-то? Да, конечно. Так. Ну что, продолжаем строить. Что тут еще? Что тут выдумываешь? А что ты там строишь? Все то же самое? Ну, пытаюсь из... А, не-не-не, стоп, подожди-ка, нифига. Не все то же самое. Стоять. Надо туннельчик построить из воды. Так. Ну вообще да, я все еще пытаюсь выбраться из своей ямы, чтобы начать страдать всякой фигней. Mm-hmm. Ну там. Ну ты понял. А я, кстати, кажись, даже вспомнил, где она. Куды? Ну-ка, цыц. Ты у себя? Я, да. Я у себя и пытаюсь разобраться со стеклом. Ты на ком этаже? А, на самом верху. А, спустись на самый низ, пожалуйста. А поднимись лучше ты. Не, давай лучше ты ко мне. Уж лучше вы к нам. Ой, трусишка, а. Давай, давай, давай. Потом я к тебе поднимусь. Ну подумаешь, у меня тут снег на нескольких этажах. Ну сыровато, что переживать-то из-за этого. Ты где? А, вот ты. А-а-а! Прошу! Блин, вон что. Так ее тут, блин, вы бы еще подальше поставили. Ее ж не видно ни хрена. Ну, короче, это тебе полный набор. Ну... От нас это получим. Твою-то налево. Так, стойка для брони, кстати, да, надо будет... И она заряжена полностью. Почти. Зелёный-то заряжен, да? Да. Ага. Она не ломается, в отличие от темной брони. У темной две полочки. Зеленая, синяя, ага. Зарядка. Зеленая — это жизнь. У квантовой нет жизни. Она вечная, пока... Так. Есть энергия. Как тут... Во. Вот там. Хм. Не, вот так. Все-таки ночное видение — это ночное видение. И как? Ночное видение темное лучше, да. Я поэтому сам вот хожу с головой в темном шлеме. Ага, летать точно так же, да? Летать точно так же, да. Только у тебя еще, заметь, полоска брони полная. И вот, к примеру, сейчас тебя няня саблей стукнул, вот смотри. У тебя вообще ничего не отнялось, скорее всего. Ну, из жизни, да? А по полоскам... Ну, из жизни, из жизни. По полоскам брони хрен его знает. Так. По броне тоже ничего. Или вот смотри, Кузьмич, вот еще раз стукну. Смотри, на, запомни, сколько у тебя энергии сейчас в пузе, допустим, и в ногах. У тебя в пузе. 9,8, 9,85, давай. Ну, был 9,8, стал 9,68. Ну. То есть... Понятно, она будет. Она поглощает урон за счет пожирания энергии. А я тебя ударил сильным мечом, этим мечом края темной стали. Он такой, не слабый у меня. Максимально прокачанный и так далее. Так, то есть электрический реактивный ранец больше. Плюс максимально не нужен. Зачарованный. Ну давай, показывай, что там у тебя. Сейчас, подожди. Пам-пам-пам. О. Эх, тапочки, тапочки. Надо будет создать тапочки для комплекта. Пропавшим. А тапки где? Ты забыл, что ли? Тапки я не был. Отжал. Зачем были? У меня ж тогда этот
стол отжал. Когда их в стол поставил, чтобы отремонтировать, нажал ремонт, у меня вылетела игра, возвращаюсь, тапочек нету. Сперли, сволочи. Кстати, попробуй пробежаться в этих штанах. Как вот в тёмной броне обычно бегаешь. Ну да, побыстрее. Надо будет привыкать. Звук прикольный. Как будто кентавр. У тебя тоже, что ли, садомаза? Нет. Это Китай. Ну это Китай, я смотрю. А кто в Китае плохо себя ведет, отправляется наверх. Вот здесь, да? Ага. Ну, я не знаю, это палчо назвал. Что тут цепи нужны, еще что-то. Ну да. Да что у вас у всех, блин, одна ассоциация, елки-палки? Нет, обычный много так... ассоциаций. Обычный такой этаж. Ничего особенного. Нормальный такой. Чего вы думаете? Кстати, интересно, а светильник... Единственный минус, что деревяшки этой стамеской не меняются. Блин, надо привыкать к этой скорости. Заряженные и железки. Ну-ка, пойду-ка я попробую сделать одну хреньку. И тебе сюда приволочь. Мне кажется, оно тут тебе зайдет. Ой, а вот это, кстати, минус. Чего? А, нет, подводник работает. А, ну да, я же шлем-то оставил. Шлем у тебя твой? Да. Ну ладно. Так, ну-ка. Пиу. О, ладно. Просто по броне это лучшая броня. В наших сборке. Ну, это я знаю, да. Это уже, как говорится, мы обсуждали. Спасибо. Я клепаю. На здоровье. Я клепаю ускоряшки. Так. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Y44. Текс, то есть 40... 5, здесь у нас 48. То есть это чуть повыше даже. Чуть повыше. Угу. Интересно. Хочу этот сделать. Туннель из... Как его звать там? Короче говоря, из моей вент-шахты куриной. Угу. Хочу туннельчик сделать в эту, в дом. Тоже стеклянный. Угу. Прикольно. Да? Согласен. Так, единственное, что немножко по высоте не совпадает. Ну, конечно, вот, блин, за стамеску, конечно, это просто класс, наикласснющая вещь. Если подумать. Ну, а что? Столько всего добавляет, именно декоративного такого, всякого разного. А у меня горе. Я... Что такое? Да как что? Еще один подписчик взял и отписался. Ничего не сказал. Взял и ушел. Чего не нравилось, блин? 73 подписчика, ну да. Что за люди? Ну что, молчит и уходит, блин. Ну скажи, что тебе не нравится, елки-палки. Чем молчать? Кошмар. Ужас. Правда, единственное, что меня повеселило... Тоже из недавнего. YouTube мне прислал статистику, так сказать, моего канала. Ну, перед Новым годом. Нет, я вообще удивился просто. Например, в прошлом году ничего такого не было. Большой брат следит. Большой брат в курсе. Сколько подписчиков, сколько часов, сколько видео. Такую достаточно. Достаточно полную статистику, надо признать. Инженерный, это вычислительный. Вычислитель, наверное. Я от процессора клепаю. И не вычислитель. А какой тебе нужен тогда, блин? Кому? Мне? Нет. Не. О, замшелые. Точно, блин, тут тоже надо поменять. На замшелые. Чтобы было все аутентично. Чистый кристалл тебе нужен, да? Ах ты жопа, у меня их мало. Чё, ладно? Все настолько плохо? Да неплохо, просто у меня их мало. Эй! Нет, водичка! Дистиллят! Бля. Капсула, мне нужна срочно капсула.
Так, беда. Бедовая. Блин. Фух. Чтобы сделать норм. Такую замену, нужно слегка переподнапрячься. Так, то есть мне нужна пыль. Вот это, истинного кварца. Истинного. Окей, истинного. Давай дробить. У тебя он есть? Есть. У меня там какой-то заряженный, если что, был. У тебя где? В сумке? Да. Если надо, могу притащить. Надо, но пока не критично. А, ну ок. Так, мне и карьер накопал хорошо всякого. Всякого разного. Да. Так. Я делал... Что я делал? Некрасиво, зато правильно. Что-то хрень. Бак. А я продолжаю пока клепать ускоритель для машинок. Тоже дело нужно. Да не то слово. А я со своей аутентичностью совсем с ума сошел. В каком плане? Ну вот, например, свой туннель переделываю водный. Меняю обычные камни на замшелые. Вот хочется мне. Они же должны быть такие все зелененькие. Страшненькие, они ж в воде целый день, блин. Ну, в этом есть смысл, да. А я просто сейчас, пока тебя не было, пока тебя ждал, поставил систему дистилляции воды. Угу. И теперь я эти ускоряшки крафчу за очень задешево. Это здорово. Это очень здорово. Это ведь они до хрена, я так понимаю, ресурсов. Они до хрена хавали ресурсов именно этого. Чё? Ой. Какие? Ну, это самое. Лазурита, вот. Лазурита, да. Лазурита жрали просто как не в себе. А лазурита мало. Лазурита мало. Не, ну как мало. Сейчас, в принципе, уже сейчас я посмотрю. Лазурит 1600. Ну, немного, на самом деле, немного. 6. О, как. Минуточку. Раз, два, три. Раз, два, три. Фу, блин. Хм. Неожиданно. Так, раздробил, вот. Начал новую игрушку проходить. Давно. Я думал, уж начал смотреть ее. В стиме лежит. Меня. Я уже смотреть ее начал. Блин, ты говорю, этот... Сказано, что игрушка не слишком популярная, блин. Зато переводов хоть попой жуй, блин. Это ж хорошо. Это очень хорошо. Я говорю, в каком месте она не популярная? Ну, юмор там такой своеобразный, мне он скорее нравится. Мне тоже. Раз, два, три. Подожди, блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Черт, как я ухитрился так сделать, так неудобно, а? Да. Кстати, ты видел, сколько что у нас сейчас по ресурсам? А где я должен был это посмотреть? В сфере у меня. Ну, ты знаешь, у меня есть подозрение, что у тебя их попожуй. Я могу тебе просто показать наглядно, насколько их попожуй. Это как? Ну, как ты придешь и посмотришь, сколько чего в штуках. Сейчас, сейчас. Подожди, ты что, не видел у меня МЕ-сеть, что ли? Кого не видел? МЕ-сеть, ясно, не видел. Не видел, а может и видел. О, чувак. Я сейчас тебе покажу такую магию, я покажу тебе, сколько глубока кроличьи нора. Спасибо, не надо. Обойдемся без морковок. Надо, надо. Так, пока что пусть сделаешь мне пару стаков кремния. Ай. Да. Где инженерный... А, вот кремниевый пресс. Это сюда. Mm-hmm. Сюда. И
Последняя. Так, карта ускорения у меня была здесь. Можно, в принципе, изъять. Да, можно изъять. Вот так. Был красивый выход, стал грязный выход. К олово. Ну что, ко мне поднимешься? Да. Сейчас я, так сказать, осмотрел то, что получилось. Вроде неплохо. Осмотрел Кузьмич свои владения и решил, что это хорошо. Да. Обновление, кстати, какое-то скачал для клиента Майнкрафта. Блин, так где тут вход-то, ёлки-палки? Мне к тебе прям подниматься? Да-да-да-да. Я, как обычно, в машинном зале. О, прикольная штука. Где и всегда. Ме-терминал. Ме. Во, загляни в него. Там видно, какие ресурсы у нас есть в этой сети и сколько их штук. Да. И жадность, просто фраер... жадность фраера сгубила. Поскроль, посмотри. О, стержни эфрита, это моё. Ага. А это что за... А, медный блок такой, забавно. 4000 медных блоков. Ага. Девать некуда, блин. Заряженный крест. 10 тысяч угля, к примеру. Это очень хорошо. Девать вообще некуда. У нас еще древесного угля сколько? 5500. С ума можно сойти. Сортировать по количеству, по имени, по моду. Вот это называется ME-сеть, где любой предмет может быть преобразован в информацию. Соответственно, смотри, вот здесь. А что это вот там здесь плавает? А, не, пусть плавает. Пусть, это кристаллы, они еще пока растут. Понял. Или они уже выросли? Не знаю. А, они уже выросли. Отлично. Можно и засунуть туда же. А, то есть просто сюда запихиваешь, да? Да. Блин, нельзя через сумку, да? Так не получится. Ну-ка. Так, там было 20. 20, что ли? 29. А, ну вот, вот я тебе туда еще и гравия засуну. А зачем? У меня там гравий, ладно, пусть будет. Пусть будет. Пусть, пусть, ладно, пусть. У нас, блин, обсидиана больше 6000. Вот это замечательно. Так. Слушай, а кубы угольные тебе туда нужно пихать или как? Можно. Ну, то есть саму руду я имею в виду. Да-да-да, Кузьмич, иди сюда. Иди. Ты где? Вот смотри, видишь эту машинку? Угу. С зелеными лампочками. А, с зелеными? Вот наведи мышкой. Открой и наведи мышкой. Ме-накопитель? Да, ме-накопитель. Там есть ME ячейки хранения. Угу. На 4 килобайта и на 16 килобайт. Угу. Вот количество байт, это, собственно говоря, сколько предметов мы можем при этом хранить. Количество вещей в тысячах. А типы, это сколько разных предметов мы там можем хранить. 63, 63, 60, да. Везде по 63, да, то есть у нас суммарно получается такой здоровый сундук, но насколько... Получается на 256, а, штук не открывается. Надо на 256 ячеек разных. Ну, вот. Я буду его еще расширять. Ну ты хомяк. Короче, херачь туда. Плюс этих накопителей могу поставить еще больше. Ну ты хомяк. Ну ты хомяк, блин. В итоге я планирую в дом вывести вот такой же терминал. Плюс 3, там еще можно, там еще есть встроенный верстак. Угу. То есть, да. Вот левый терминал, он для меня, терминал шаблонов, он тебе, в принципе, не сильно интересен. Это чисто для меня. Для автоматизации крафта и так далее. А вот центральный терминал создания, там, как бы, берешь вещи из ME интерфейса, кладешь туда, например, хочу я скрафтить, что у меня до хера. Угу. О, кучка свинцовой пыли. Вот так вот я, оп-оп-оп-оп.
Положил обратно. И дальше начинаю нащелкивать. Он мне крафтит все это говнище, исходя из того, что есть в МЕ-сети. Прикольно. Это удобно. Более чем. Считай, такой терминал палчу вывести тебе, ну, хотя бы к дому. И, может быть, тебе вниз, но там сложно будет. Дорого по крафту. Да подожди ты, скоро мое вниз окажется где-нибудь на нашем на вашем уровне. Так, кремниевый пресс мне уже не нужен, мне нужен вычислитель. Вот так, всем, кто это смотрит, рекомендую вернуться на сотни, на полторы сотни видео назад и посмотреть, что было там. Ой, как все плохо прогружается, это елки-палки, блин. Игра тормозить перестала, но стал очень медленно мир стал медленно загружаться. Это да. А, ну и плюс у нас есть 20 иридия. А вот иридия у нас как было мало. Ну, здрасте, мы на твой квантовый сколько потратили? Ну, догадываюсь. Догадываюсь. Все нормально, так и должно быть. Я, знаешь, что сделаю? Что можно будет вообще в этой сети заказывать крафт себе предметов каких-нибудь. Угу. Скажем, нужна тебе, не знаю, микросхема, электросхема. Ну, тебе вряд ли, но Палычу может пригодиться. Угу. Он так, тык, хочу 10 штук. И мне сеть сама разрулила, какие ингредиенты нужны для крафта электросхемы, какие ингредиенты нужны для крафта ингредиентов, все по процессорам раскидала, скрафтила, собрала его, у тебя уже в сети 10 электросхем. Клёво же? Ужас. Мы тогда идем до того, что нужно мне видео по Майнкрафту. Оп, и вот оно пошло записываться. Короче, автоматизация наше все. Нет. Не спорь со мной. Нет. Придется скоро еще всякие моды качать. Не исключено, посмотрим. Но вряд ли. Ну, знаешь, скорее будем начинать новый мир, но и то вряд ли, потому что мне... Поступил заказ на строительство. Кто подрядчик? Угадай с двух раз. Кхарн? А он при чем? Ну не знаю. Он же вернется когда-нибудь. Надеюсь. Но нет, это не Кхарн. Кто? Кристина? Ну, видишь, угадал сразу. Да ладно. Да. Она играть будет? Нет, она хочет замок. Какая хорошая девушка. Замок ей в Майнкрафте. Замок хочет, но в Майнкрафте. Замок. Замок, это интересно. Так, ну-ка брысь, замок занят, замок строю я. Не-не-не, замок свой строишь ты, а у меня уже есть пожелание, какой замок должен быть. И он будет не подводный, а... На земле, и, может, частично под землей. Так мой тоже будет неподводный. Алло, гараж из-под воды, это так, как говорится. Мы выползаем потихоньку. Это основа. Понимаешь, это как бы... Я же уже говорил, что вот это все опять зальется водой в итоге. То есть будет... Какой ужас. Да, то есть это будет... Я сейчас хочу выйти на поверхность полностью... После чего сделать безопасность и залить там все водой по новой. А уже сверху будет строиться всякая фигня. С учетом размаха того, о чем я думаю, скорее всего, вон тот холм еще пострадает. Справа. Сильно пострадает. В общем-то, как это? Видишь вон тот холм? Вот запомни его таким. Нет, не вижу. Ты его запомни таким. Я даже знаю, что его нет. Вот именно. Запомнишь, он там был. Так, на всякий случай. Угу. И вообще, что значит она попросила? Ну-ка это, загоняй ее нафиг в игру, пусть это своим мелодичным женским голосом тут всякое говорит. Разбавляет тебе атмосферу? Нет, вот давай, всякое она говорить не будет. Ну, всякое хорошее, господи. Всякое останется между вот. Нами. Раз, ну, так, ну нет уж, давайте. Вот этого действительно не нужно всякие, а то начнутся видимо, тайны мадридского двора, блин, нафиг надо. Нет, всякое не надо. Ну, что там, будет. Как это, разбавлять нашу суровую мужскую компанию задротную. Ага, наш клуб в кайнефотце. Точно. Один хрен вечером сидит, ничего не делает.
Ну не скажи, работает. Ой, ладно, все. И того есть еще 18 ускоряшек. Неплохо. Как говорится, я ничуть не сомневаюсь в том, что она работает, но периодически наверняка и отдыхает. Ой, уважаемый осьминог, ну вам что здесь, медом намазано? Ну что ты сюда, вот что осьминогов за странная привычка вот подплыть к тебе и вот крутится перед тобой, и крутится, и сидит. Ну как это, убей меня. Будет мешать до последнего. А прикинь, намазано. Ну вот похоже, нет, реально создается впечатление, что они лезут туда, где ты работаешь, потому что, ну блин, они реально вот прям вот под блок подползают. Так, ясно. Кошка ломится наружу. Минутку. Кошак, блин. Ай! Кто меня ударил? Да что ж такое, блин? Зомби? Ну точно не я. Ты охренел, блин? Иди отсюда. Нырять ты не умеешь, вот тебе. Так. Угу. Какой высоты? Тоже что ли в 4 ох, сделать? Ё. Так, раз, два, три, четыре на пятый. Ну, пожалуй, да. Раз, два, три, четыре и на пятый. Тут будет стандартная высота. 4 блока. Этого более чем достаточно, я считаю. А, стоп. Что я делаю, блин? В этих модах не хватает это каких-нибудь реально морских блоков, зимних блоков для антуражности. В смысле морских зимних? Ну, знаешь, как это, промерзлый кирпич там какой-нибудь, еще что-то. А, ну, таких плане. Вот вещей, да, чисто декоративных. То есть, раз уж... Нет, Палыч, вообще он дал ссылочку на канал, где там чувак, какой-то бывший какой-то архитектор, ваял всякое разное. Шупланов, Громадье. Как чуваканик? А, Палыч, говорю, дал... Где-то там в Дискорде вроде бы ссылку кинул на канал чувака. Канал чувака-архитектора, да. Да. Вот как его зовут? А, вот помнишь? Это не помню. Надо глянуть. Я что-то не ходил, поэтому... Ага. Посмотреть, что он там клепал. Такого интересного. Так. Помс, 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 помс. Так. Да ну. Так, 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 вот нам шлак отправил переработку. Ускоряшки есть в количестве. В количестве. Так, процессор тоже есть. Надо еще кремень ухерачить. Кремний. 2, 3, 4. Так вот. Так вот, 4 стака. Дерзко возьмем и захерачим. Ничего себе ты дерзкий. Сам в шоке.
Катя Кузьмич, Аюшки. А ты когда выкапывал метеорит? У тебя небесные блоки остались или ты их потратил? Небесные блоки? Угу. В смысле этого камня небесного, что ли? Да-да-да. А где-то они у меня. А что, нужны? Они тебе сильно нужны. Честно говоря, не особо. Они просто, кажется, мне очень нужны в крафте. Сейчас, подожди. Так, 6. Нет, тут нету. И тут нету. А куда я их дел? Ничего не понимаю. Угу. Точно. Кстати, есть предложение. Я не хочу. Давай обмазываться медью. Потому что с твоей меди жопой жуй. Я не хочу есть предложение. Я хочу есть крем-брюле. Так, мне нужно еще ядро формирования. Ядро формирования кто? А, вот он. Да, кирпич небесного камня. Раз, два, три. Короче, двадцатник стаков с хвостиком. Норм. Александр Сергеевич, мне спускайся. Прям столько вряд ли будет. Спускайся нужно, но вниз и забирай. У меня просто грузить некуда. Давай. А ты у себя, да? Нижний ряд, третий сундук слева. Четвертый сундук слева. Нижний ряд? Четвертый сундук слева, золотой. В смысле, нижний этаж самый? Да, да. Ну, нижний ряд сундуков. Угу. Четвертый слева. Просто если я сейчас буду их таскать, да, там, ну, найдешь. Попробую. Найдешь. Нижний ряд, четвертый сундук слева. Угу. А, это у тебя уже кирпич. А чё? Подожди, а кирпич обратно переделывается? Да, при помощи стамески той же, по-моему. Окей, заберу-то пока. А тебе что надо было? А мне нужен был сам камень, который пережаривается в блок небесного камня. Ну, собственно говоря, блок мне и нужен. Ну ты какой? Да, вот. А зачем у тебя на последнем этаже так ступенька торчит? А это пол деревянный. Будет уровень пола еще? Да. У меня везде деревянные полы. Так сказать, по каменному ходить холодно, я уже старенький. Поджечь бы, тепло будет. Я тебя подожгу, я тебя так подожгу, блин. Я тебя в следующий раз, когда уйдешь, динамитом обложу со всех сторон. Я хреново горю. Взрываешься нормально. Я тоже хреново. Не знаю, не знаю, можно челлендж устроить. Да можешь мне поверить, хреново взрываюсь. Так, ладно. Так, с этой стороны уже все, да? С этой стороны уже все, а с этой стороны еще не все. Ну что ты? А, да, вот в чизель можно превратить, да? Блять, как его делать, а? Стамеску эту. Блин, так это там простейший какой-то рецепт. Да я знаю, что простейший, но обсидиан и палка отлично меня устраивает. Благо обсидиана много, палки тоже есть. Угу. Какая же замечательная штука эти губки. А, это. Бах, и все, готово. И воды нет. Угу.
Так, отлично. Этаж выше или на этаж ниже сделать выход? Или вообще на китайский этаж вывести? Вопрос. Так, ты сейчас, получается, подогнал сколько? 1500 блоков небесного камня. Хорошо, это намного хватит. Не вопрос, найдешь метеорит, звони. Я тебе хоть сейчас могу показать еще парочку. Парочку не надо. Хотя погоди, сейчас карту открою, может даже троечку. Так, этот мы скопали около карьера. Раз, два, три, четыре. Нет, я четыре занят. Могу еще показать. Я занят. Если хочешь, конечно, если хочешь. Но я не настаиваю. Не-не-не. Ну да, ну да. Никак, вы никогда не настаиваете. Конечно. Потерпишь. И вообще пойду-ка я карьер переставлю. Вот-вот. Иди-ка. Иди-ка, переставь-ка. Хотя мне надо сначала олово забрать и пустить в переработку. Да. Недоработка. Что такое? Да, со светом. Слегка ошибся. А что с ним? Не так. Ну. Да нет, два факела стоят среди коридора. Очень некрасиво, блин. Получается. Ишь ты, эстет. Угу, он самый. Не скажу чего. Аз есим. Так, 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 да, можно еще немножко. А, ну класс, я еще и не тот блок поставил. Блин, мудила. Бывает, не переживайте так. Да, шо ж вы так убиваетесь? Вы ж так никогда не убьетесь, да? Точно. Вот, и теперь вот так вот. Вот, а вот теперь получается у нас... Да-да-да, так, а сюда можно еще вбубенить парочку? Сейчас, короче, начну цепочку оптимизировать индустриалку. Вот, теперь красиво. Да чтоб тебя, блин, какого дьявола? Собака такая. Ну что такое? Да блин, все равно с освещением лажа получилось. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, ну ровно же. Почему здесь-то освещения не хватает? Хм. Так. Теоретически так, тут так. Может появляться какой-нибудь монстрик. Так, себе перспективка-то. Это что, две колонны ставить? И возьмем полстака алмазов тоже в дело пустим.